Самарской поликлинике номер 3 уже полгода работает аппарат электронной записи на прием. Записаться к врачу можно и приложив карту жителя Самарской области, в которой есть данные о медицинском полисе. Такой услугой пользуется Павел Голиков. Мужчина оценил все преимущества карты жителя. Не нужно стоять в очереди в регистратуру. Можно подойти к терминалу и записаться к врачу. То есть выдаст талончик аппарата, и можно уже, не ожидая никаких дальнейших действий, попасть на прием. Те, кто хочет при записи задать дополнительные вопросы, могут с картой жителя обратиться и в регистратуру. Здесь ее принимают так же, как и полис. При этом платежная карта обычно у человека всегда с собой, поэтому лишние документы носить не нужно. Конечно, это все очень удобно, даже если вдруг человек забыл полис дома, да, то есть не надо никуда лишнего заезжать ни домой, ни забирать этот полис, просто обратиться с картой жителя, все это очень упрощает, конечно, работу для нас и для пациентов тоже, в частности. Карта жителя, которая выпускается на базе карты МИР, позволяет проводить банковские операции, оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы, участвовать в программах лояльности компаний-партнеров, а также использовать государственные электронные сервисы. Ее можно настроить и как ключ от домофона. А в медицинской части скоро добавится еще один сервис. Можно будет получать электронные рецепты от врача. Сотрудник медучреждения будет вносить данные о рецептурных препаратах вам на карту. И, соответственно, обращаясь в аптечные пункты или аптеки, поддерживающие систему, сотрудник аптеки будет видеть все выписанные вам рецептурные препараты. Но, как я сказала, в части аптек приобрести эти препараты можно будет по карте жителя даже со скидкой. Заказать и получить карту можно, обратившись в отделение банка-партнера проекта, на сайте проекта, пройдя авторизацию с подтвержденной учетной записью портала госуслуг, чтобы прикрепить необходимые документы. А с апреля написать заявление можно будет в любом отделении МФЦ. Сегодня в регионе уже более 70 тысяч обладателей карты жителя Самарской области. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.